23 февраля всех мужчин, приехавших залить топливо в своего железного коня на автозаправочную станцию, ждал приятный сюрприз. Так поздравили клиентов с Днем защитника Отечества сотрудники без малого 3000 АЗС по всей стране, от Калининграда до Сахалина. Настоящие водители получили перчатки, без которых никак не обойтись при уходе за своим авто. Наша компания поздравляет вас с Днем защитника Отечества. Позвольте вручить вам подарок, с которым вам будет легче обслуживать ваш автомобиль. Будем рады видеть вас снова. Молодцы, что так организовали. Люди хорошие, топливо у вас отличное. Все, спасибо большое. В дополнение к тому, что ценят автомобилисты, высокий уровень сервиса и программа лояльности – семейная команда. Я заправляюсь на этой заправке уже 5 лет. Это очень хороший подарок. Стоит отметить, что программа лояльности основана на командном принципе участия. Присоединяясь к ней, участник получает не одну, а сразу 3 карты, привязанных к единому бонусному счету, и может копить баллы вместе с членами семьи и друзьями. Здорово, спасибо, что уровень держите. Но самое главное – это 7 ступеней контроля качества топлива, ведь от него зависит техническое состояние автомобиля. Каждая партия топлива, реализуемого на АЗС компании «Роснефть», проходит строгий многоступенчатый контроль качества, обеспеченный на каждом этапе – от производства, транспортировки и хранения до реализации на АЗС. «Роснефть» является лидером российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира. Многие забайкальцы уже отметили для себя преимущества компании и стали постоянными клиентами. Счастливого пути, ждем вас снова. Наталья Аршинская, Владимир Николаев, ЗАП ТВ.